Всем здравствуйте! Тамара Семина уже года три не выходит на съемочную площадку, артистка в солидном возрасте, осенью ей исполнится 84 года. Тамара Петровна активна по-своему, она часто появляется с хлесткими комментариями, своих коллег Семина не щадит. Судя по ее высказываниям и поведению, у нее начались проблемы с головой, прилетела актрисе ответочка от сверстницы Елены Санаевой. Звание народной артистки Тамара Семина носит абсолютно по праву. Она сыграла в кино более 100 ролей, среди которых немало по-настоящему ярких. У Тамары Петровны целая армия горячих поклонников, особенно среди зрителей старшего поколения. А вот личная жизнь у актрисы сложилась не слишком счастливо. Еще на втором курсе молоденькая Тамара вышла замуж за однокурсника Владимира Прокофьева. Известным артистом он так и не стал, в основном работал актером дубляжа. Плана посвятить жизнь исключительно искусству у Семиной не было, она долго пыталась стать матерью. Но все дело портил отрицательный резус-фактор. К 40 годам муж поставил точку. Нет, значит нет. 1990-е были сложными для всех россиян, особенно для творческих людей, а для Семиной вдвойне. Однажды она обнаружила любимого мужа без сознания. Прокофьева разбил инсульт. Да такой, что врачи давали ему месяц жизни, реанимация, потом госпитали и больницы. Ради супруга Тамара бросила все, нигде не снималась, окружающие помогали как могли, продуктами, вещами и лекарствами. Перестала спать, делала вид, что и сыта, и здорова, чтобы Володя не беспокоился, откровенно рассказала Семина. После инсульта Владимир Прокофьев прожил 15 лет. Он покинул мир в 2005-м, успел принять участие в озвучивании мультфильма «Черный плащ», имевшего в свое время невероятную популярность. Другие родственники. Эта тема для Тамары Петровны больная. Актриса считает, что последний близкий ей человек ушел из жизни в прошлом году. От коронавируса не стало сестры Галины. И никого, есть племянники, но это странная история, их даже семьей не назовешь, утверждает пожилая артистка. Конфликты Семиной с родственниками неоднократно пытались обсуждать в скандальных ток-шоу на телевидении. Актриса неумолима. «Я сказала, я вас видеть не хочу. Они все родные и все чужие». Здравствующих родственников Тамара Петровна подозревает в корыстных намерениях и открыто об этом заявляет. Что касается критики коллег, то здесь от Семиной достается не только здравствующим актерам, но и тем, кто уже ушел в лучший мир. Последнее особенно не находит понимания. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.